Всем привет! Сейчас буду разбираться с подсветкой салона задней части моего Т5. Вот там висят плафоны, вот вы можете сейчас видеть. Их 4 штуки. С этими плафонами дела обстояли так. Светили они тускло-тускло, в пол накала. И плафончики, как всегда, как обычно, как все в этом Т5, были грязные и закопченные в саже. Вот сейчас я уже плафоны отсюда вытащил и помыл их. Всю сажу вымыл. Также помыл все лампочки и стеклышки. И еще перемотал всю проводку, на которой были подцеплены эти плафончики. Плафончики были подцеплены последовательно и параллельно. Два было подцеплено параллельно и два были подцеплены последовательно. Те плафончики, которые были подцеплены последовательно, я всю проводку вырвал оттуда, она была с кусочков смотанная, и зацепил их также параллельно. То есть, таким образом сейчас будут лампочки гореть в полный накал, и если перегорит какая-то одна лампочка, просто лампочка, если перегорит, то не выключат все остальные, как по цепочке за перегоревшей лампочкой. Если перегорит, значит перегорит. Я буду знать, что ага, вот в этом плафончике лампочка перегорела. Просто возьму и поменяю. Так что здесь по проводочке плафонов я уже разобрался. Перемотал нормально, плотно, туго скрутил и хорошенечко промотал изолентой. А то здесь все как на соплях было, еле-еле, короче. Очень похабно все сделано, как в принципе и все вещи, за что здесь не возьмешься, все похабно сделано. Как просто сказать на отъеб. Ну, в общем, вы поняли, как тут все было сделано людьми. Сейчас установлю новую кнопку, которую я заказывал уже полгода назад с Алика. Врежу ее в штатное место на центральную консоль. Также протяну проводку. Подключил проводку и вывел проводочку на кнопку. Давайте сейчас все покажу. Плафончики вот такие вот, 12-вольтовые. 4 штуки по салону. Вот эти два плафона были подцеплены параллельно. А вот эти два были подцеплены последовательно. И когда включал кнопочку на панели, то черти как эти плафоны горели. И сейчас все плафоны подсоединены параллельно. Так что здесь сейчас, я думаю, будет гореть все как положено. И плюс к тому, что они сейчас чистые, будут светить довольно хорошо и ярко. Освещать салонное пространство будет нормально. Так, вот уже протянул сюда новые провода. А кнопочка будет подцеплена вот здесь вот. Вот в это место я хочу его поставить. Где, в принципе, и были зацеплены на вот эту кнопку. Старая проводочка. Вот с этой кнопкой. Кстати говоря, эта кнопка поплавленная. Там, если я ее сейчас вытащу, покажу вам. Там контакты подплавлены. То есть она каким-то образом перемыкала. Контакты были поплавленные. Кнопка вот такая вот. Ланба. Вот это вот металлическая часть. Диод красненький, должен гореть. С Алика заказывал. Как и вот эта кнопка. Помните, я вам в предыдущем ролике показывал. Вот это тоже ламба. То есть, как бы китайцы вот одной фирмой делают вот такие вот девайсы. И вот эту кнопку хочу поставить вот сюда, в это такое штатное место. Для этого у меня вот есть отдельный вот такой квадрат. В этом квадратике я вырезал отверстие, дырку под вот эту кнопку. И плотненько, чтобы она так хорошенечко в натяг вставлялась. То есть четко, грамотно, чтобы ничего не болталось. Все там подрезал как нужно. Вот смотрите, вот это вот фуфло отсюда вот так я вытаскиваю. Вот. Она вытаскивается легко за счет вот этих усиков. Вот там она цепляется. А вот такую вот штучку я уже подготовил. И вот это вот, вот этот размер
кнопки прям четко-четко вот совпадает с внутренним размером этого вставного пенала. Вот прям четко встает сюда. Просто я вырезал прям вот по границам внутренним. И эта кнопочка идеально, просто идеально. Вот сейчас она вот так встает. Вот видите? Кстати, на кнопочке вот есть резиночка силиконовая, уплотнительная, которая не даст, наверное, пыли, влаги заливаться, проходить вот сюда внутрь на контакты. Вот она встала и выглядит вот таким образом. Смотрите, ребята. То есть ни щелей нигде нету. Вот и равномерно все сидит. Здесь не выходит за границу этого пенала. Вот оно все вровень. Идеально подобрал кнопку. Оказывается, на удивление, я не думал, что она так сюда встанет. Ну а вот, как очень хорошо она сюда встала. Как-то китайцы угадали с размером, молодцы. Или они продумывали заранее, что бывают какие-то такие размеры. И делали кнопку под, ну, как бы под стандартный, что ли, размер. А чтобы поставить в эту штучку, сначала сюда вставляем, вкладываем. Вот, в ее место, в гнездо. И кнопку после. Вот так, раз. И с этой стороны вот эти осики, вот они, видите, разжались и зафиксировались. Вот все, теперь этот пенал отсюда вот не выскочить, не вылезет никак. То есть он надежно сидит. Ну, отлично, чудненько. Сейчас подсоединю проводку, ту, которую что я подготовил уже. И посмотрим, попробуем, как будет по-новому гореть подсветка салона. Так, сейчас я там клемму накину на аккумулятор. Здесь светодиод загорелся в кнопке. Вот такая кнопка. Ну, в принципе, вот сразу под рукой раз и включил салон и свет. Ну, хотя можно сюда перенести. Как бы здесь роли не играет, но я рассчитывал сюда. Но это не критично, можно поменять. То есть, ну, как бы в этом блоке будет кнопка сидеть. Раз, включил. То есть, как бы раз, все под рукой. Место для кнопки вроде как нормальное, да? Что скажете, напишите в комментах, как вам такая кнопочка и расположение кнопки на торпедо. Раз, и ты видишь, что она у тебя включена, ты не забудешь. Выходя из машины по индикатору, сразу видно, что кнопка включенная горит. Выключил. Сначала думал подсоединить кнопку от замка зажигания, чтобы работала подсветка от замка. То есть ключ воткнул, повернул, включил, свет загорелся. А потом гадал, блин, да, что-то как бы в любое время тебе нужен будет свет, не втыкая ключ. Поэтому напрямую подсоединил к плюсовой колодке без замка зажигания в обход. То есть в любое время раз, просто сел в машину, сразу включил подсветку. Так, ну и посмотрим самое основное, как горят плафоны-то хоть. Вот такой сейчас свет на плафонах. Люстра. Блин, конкретная люстра. Так, ну и те два тоже. И эти два. Сейчас сюда стекла поставлю. Стекла все отмыл. Сейчас они чистые, а то они были серые.
И можно было через них солнечное затмение смотреть. Сейчас я эти воткну плафоны в потолок и стеклышки поставлю. Раз, два, три. Вот для этих вот трех усиков. Все, вот этими усиками в пазики. И вставляем. Вот. Все. Здесь тоже стоят. Сейчас включим, проверим, как работает. Так, раз, включил. И вот он тебе свет. Вот такие сейчас люстры. О, нормально. Так, ну еще не горячие, не нагрелись. Подсветка. Ну вот сейчас так днем подсвечивается. Надо посмотреть, как будет ночью в темноте освещать салон. Вот так. Так, ладно. Хорошо, пока мне нравится. А мне однозначно нравится, как сидит эта кнопочка. Ну и в принципе вообще дизайн мне нравится, кнопки понравился. Вот. Вот это вот металлическое, алюминиевое. А вот в это место, может быть, выведу сюда для USB вывод. Ну, в общем, в принципе, у меня такие еще есть пеналы. Можно просто воткнуть пенал сюда. Будет однородный блок. А можно сюда для USB-шки воткнуть. А может быть, что-то еще, какой-то девайс сюда можно будет поставить. Вот такой девайс у меня есть. Вот. Для... Даже тут два USB-порта. В общем-то, не знаю. Короче говоря, тоже с Алика. Покупал, заказал. Как он здесь будет сидеть, еще пока не думал, не гадал, не размышлял на эту тему. В общем-то, можно здесь поставить, можно здесь поставить, куда угодно. Но что-то придумаю. Вот. Разобрался с еще одним геморроем в своем Т5, то есть со светом, с салонной подсветкой. Вот сейчас у меня полностью вся салонная подсветка работает. Что подсветка задней части салона вот с этими плафонами. И что подсветка передней водительской зоны. И китайцы, как всегда, молодцы. Порадовали, очень качественно сделали эту кнопочку. По дизайну красивая, металлическая. В общем-то, на ощупь приятная, тактильно чувствуешь. Ну, чувствуешь качество кнопки. А на этом все, ребята. Кому видос понравился, ставьте свои лайкосы. Сделайте подписочку на канал и жмакайте колокольчик, не забывайте. На этом все. Всем пока. Счастливо.